Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите телеканал «Юрган». В прямом эфире программа «Случай из практики» и я, Екатерина Борж. Путешествие – это всегда довольно хлопотное и отчасти рискованное предприятие. Большое число больших и маленьких неприятностей подстерегает туризма в дороге. Ошибки в билетах, забытые вещи, непредвиденные расходы. И все сложности гораздо легче преодолевать, если ты здоров. Как сохранить здоровье в путешествии, нам сегодня расскажет инфекционист Сергей Казаковцев. Сергей Леонидович, добрый день. Добрый день, Екатерина. Добрый день, уважаемые телезрители. Напомню, телефон прямого эфира 46 90 60. С вашими вопросами к гостю вы можете обращаться, звонить в прямой эфир. Либо пишите нам на CQ, номер будете видеть внизу экрана, периодически или постоянно. Пишите, звоните, нам очень интересно, что вы хотите спросить. Ну вот, хотела так начать. Поездки чаще всего тщательно планируются, особенно дальние поездки, ну, никогда не совсем привычные курорты. Выбирается отель, смотрится, что находится в этом отеле. Много чего. Все, наверное, кроме, соответственно, здоровья. Вот как нужно подготовиться к путешествию? Ну, здесь, во-первых, нужно сказать, что мы не случайно назвали сегодня нашу встречу «Медицина путешествий». Это достаточно новое направление в современной медицинской науке и медицинской практике, которое направлено в первую очередь на охрану здоровья путешествующих или туристов. Туризм сейчас очень развит и организованный, и неорганизованный, и внутренний, и внешний. И туристы в своих поездках сталкиваются с очень многими проблемами со здоровьем. И именно вот эта практическая часть медицины путешествий и призвана эти, собственно говоря, проблемы решать. Если говорить о планируемом отпуске или какой-то дальней поездке, действительно, большинство наших сограждан забывает, наверное, о главном, о своем здоровье. А нужно очень одно простое мероприятие. Перед поездкой посетить своего участкового врача, да? В первую очередь, лишний раз проверить свое здоровье, особенно если есть какие-то хронические заболевания. Очень часто дальние поездки связаны с резкой и значительной переменой климатических зон. Из нашего континентального северного климата люди уезжают в субтропики, в тропики, даже в экваториальный климат некоторые рискуют предпринимать путешествия. Все это, конечно, не может отразиться благоприятно на здоровье, тем более, если у человека есть какие-то хронические заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, нервной системы и так далее. Это первое. Второе, и может быть как раз более значимо, если говорить о сегодняшнем нашем разговоре, это как раз те заболевания, с которыми турист впервые может столкнуться вот на незнакомой территории, с этими незнакомыми болезнями. И так получилось, что, да, конечно, травмы, ссадины, там, может быть, даже и какие-то более серьезные, это все бывает, но достаточно большая часть проблем со здоровьем в поездке бывает связана у туристов с инфекционными проблемами, да, то есть... Но, по крайней мере, инфекции можно как-то профилактировать и предостеречь. Совершенно верно, поэтому очень важно перед поездкой это у своего туроператора, может быть, даже, опять же, у врача, у знакомого врача, в конце концов, просто по литературе посмотреть, какие заболевания характерны для этой зоны. Если человек куда-то едет, например, в пределах России, да, там, в Сибирь, на Дальний Восток, не знаю, да, то есть вот какие заболевания могут встречаться там и как от них можно себя обезопасить. Может быть, нужна специальная подготовка в плане вакцинации, да, или химиопрофилактика и так далее. Вот это вот простое действие, оно зачастую, ну, является определяющим и позволит в будущем избежать каких-то вот проблем со здоровьем. Ну, вакцинацию же чаще всего за достаточно большое время нужно делать до поездки. То есть если говорить о вакцинации, здесь нужно сказать, что есть ряд заболеваний, которые требуют обязательной вакцинации. Но вот такой классический, типичный пример – это желтая лихорадка. Заболевание для нас, оно незнакомое, оно встречается в тропическом и экваториальном климате. Это ряд стран Африки, Южной Америки, ну и частично в Азии еще встречаются заболевания. Так вот, есть четкий перечень этих стран в официальных документах, где прописано, что любой турист, который, ну, поедет в эту страну, должен иметь обязательную прививку от этого заболевания. То есть вот просто туристы вот такой... не выпустят, если... Его не впустят, да, ну, и потом в ряде случаев могут и не выпустить. И, соответственно, вот к этому нужно быть готовым.
и обязательно привиться от этого заболевания. Прививочка делается достаточно в короткое время, иммунитет развивается, поэтому это не требует длительной подготовки там, за полгода или год. Это буквально несколько недель. Ну хорошо, если говорить о привычных нам курортах, Египет, Турция, нужно ли туда как-то особенно готовиться? Ну, самые частые проблемы, с которыми, значит, наши соотечественники сталкиваются, посещая указанные вами курорты, это, конечно же, расстройство желудочно-кишечного тракта, скажем так, да? Это диарея, рвота, подъем температуры и так далее. То есть клиника какой-то кишечной инфекции. Поэтому здесь, наверное, ничего лучше, чем фраза «мойте руки перед едой» никто, наверное, не придумал, вряд ли когда-то придумает. Кишечные инфекции не летают по воздуху, это болезни грязных рук, поэтому соблюдение элементарных правил личной гигиены на всех этапах путешествия, начиная от завтрака или обеда в самолете и заканчивая, собственно говоря, уже пребыванием на курорте каком-то, да, соблюдение этих правил позволит избежать проблем вот с желудочно-кишечным трактом. Кроме того, все-таки там, где жарко, чаще всего на большинстве курортов в той или иной степени имеются проблемы с питьевой водой. Поэтому еще одно очень важное золотое правило – это, конечно же, употреблять только кипяченую или бутылированную воду. То есть ни в коем случае не пить воду неизвестного происхождения, и тем более из природных источников, каких-то там ручей, река, озера и так далее. Вот два этих основных правила, в принципе, позволят ну, там, на близко к 100% да, избежать проблем с желудочно-кишечным трактом. Вторая проблема, наиболее часто, это, конечно же, ну, проще говоря, простуда или воздушно-капельные инфекции. Здесь тоже простуда бывает разной, конечно. С одной стороны, можно, просидев под кондиционером, да, в номере отеля или там где-то еще, действительно простудиться, заболеть. С другой стороны, это может быть достаточно опасное заболевание, которое вот характерно для определенных регионов. Да? Это, как правило, это все заболевания вирусной природы. Вирусов сейчас очень много. Они, все эти заболевания достаточно сложны в диагностике. Поэтому здесь, ну, соответственно, тоже, значит, нужно обращать внимание. Да? Особенно если чаще всего эти люди заболевают уже по прибытию домой, потому что поездки, как правило, недолгосрочные бывают, да, в среднем это пара недель. И учитывая наличие определенного инкубационного периода у всех инфекционных заболеваний, все проблемы со здоровьем начинаются либо в последние дни, либо в дороге, либо сразу по прибытию домой. И вот здесь у медицинского работника, к которому человек обратился, нужно будет, конечно же, тщательно все вот эти вот моменты расспросить, где был, какая там обстановка, может быть, там были еще случаи подобные заболевания, может быть, в семье кто-то заболел и так далее, и так далее. И это позволит вовремя заподозрить, если такое случится, вот именно завозной случай какого-то экзотического для нас заболевания, да, которое у нас не встречается, но вот завозные случаи могут быть. При этом, если на обратном пути человек уже ну, слегка или достаточно серьезно болеет, боятся об этом говорить, чтобы вот не получилось, так и не пустили обратно в страну. Ну, то есть так, только приходится рассчитывать на сознательность? Ну, такое теоретически, конечно, может быть, особенно если это поездка международная, да, все-таки все международные карантинные зоны должны быть там в транспортных узлах, ЖД вокзал, аэропорт там. Порт речной, там морской и так далее. Вот. Но здесь уже действительно, если человек не обратился за медицинской помощью, ну, можно такое пропустить. Но все-таки по прибытию домой большинство как бы, до врача доходит. Да? Потому что, ну, как правило, там последний день отпуска, надо многим на работу выходить, и тут вдруг температура, головная боль, там еще какие-то симптомы и так далее. Поэтому так или иначе, за медицинской помощью обращаются все, но чаще, да, не, это не первый, даже и не второй день болезни, достаточно часто пациенты приходят уже к концу первой недели, а то и к началу второй недели от начала заболевания. Конечно, это, ну, усложняет. Да, усложняет потом лечение, ну и, возможно, да, там в плане там, исходов уже какие-то проблемы определенные могут в будущем возникнуть. Напомню нашим телезрителям, телефон прямого эфира 46 90 60. У вас есть еще время, чтобы позвонить и задать вопросы. Вот на CQ пришел вопрос, конечно, не связанный с инфекционными заболеваниями. Ну, что делать, если сломал ногу в путешествии, а врача рядом нет? Вопрос такой, да, из
практической области, здесь, во-первых, где это произошло? Если все-таки это несчастный случай, да? Если это международная именно поездка, то все у нас туристы должны в обязательном порядке, да, то есть по существующим нормативным документам иметь медицинскую страховку, ну и в установленном порядке обратиться за медицинской помощью. Если уж совсем действительно никого рядом нет, ну, здесь уже в порядке самой взаимопомощи, да, то есть, если случился перелом конечности, что бывает достаточно часто, действительно, да, то, пожалуй, основное правило – это иммобилизация, да, то есть, передать конечности, да, неподвижное положение каким-то образом с использованием подручных материалов. Грубо говоря, могут, если в лесу можно ветки. Ну, да, то есть, импровизированную шину сделать, наложить ее, ну, и в любом случае потом нужно обращаться за медицинской помощью. Ну, обезболить, да, если есть такая возможность у медицинского работника, который первым оказался и помощь оказывал. Еще один вопрос на ICQ пришел от Елены. Мы только вернулись с отпуска, я сразу заболела. Горло болит, голоса нет. И так каждый год. Как подлечиться и что в следующем году делать, чтобы не заболеть? Ну вот очень частая ситуация, да, вот все-таки у нас большинство граждан путешествуют в летнее время, да, и вот август, сентябрь – это время, когда все начинают возвращаться, и, соответственно, таких пациентов да, очень много, да, и в стационаре, и в поликлинике, и так далее. Здесь нужно разобраться, если такая ситуация складывается у, значит, Елены. Да, у Елены каждый год, ну, возможно, это элемент акклиматизации, хотя, конечно, все вот объяснять только этим, наверное, будет не совсем правильно. Очень частая причина – это как раз значит, злоупотребление системами кондиционирования, которые сейчас есть везде, и в отелях, и в транспортах, во всех там самолетах, в наземных и так далее. Может быть, причина в этом. Тем более, что если Елена путешествует не одна, а, скажем, там, с семьей, ну, там, со знакомыми, с друзьями и так далее, и все они остаются здоровыми, тогда это действительно проблема, наверное, не столько инфекционного происхождения, сколько уже проблема в самом организме. Да, может быть, вот это как раз тот случай, когда поездку нужно более тщательно планировать, да, то есть за неделю, две, три к этому подготовиться, попить какие-то адаптогены, да, то есть, ну или... Противовирусное как... что-то? Ну нет, не противовирусное, а то, что в народе у нас говорят укрепить иммунитет, да, то есть обычные растительные адаптогены, там, или утерокок, женьшень и так далее. Вот с целью как раз более удобной адаптации организма к смене климатических зон, часовых поясов и так далее. Вот именно для этого врача, конечно, желательно посещать перед, тем более, дальней поездкой. Есть у нас звонок. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, вот, мы с семьей собрались в Тунис. Я слышала, что такая проблема есть, что разносчики инфекции насекомые, вот местные, как бы мы... Тут спасаемся от наших комаров своими средствами. Можно ли как-то защититься? И вообще, чем грозят укусы вот этих экзотических насекомых? Спасибо большое. Тунис. Вопрос тоже очень хороший, да, и достаточно распространенное направление. Но здесь вообще в целом нужно действительно сказать о насекомых. Комары, москиты и ряд других насекомых действительно являются переносчиками достаточно большого количества возбудителей различных заболеваний, как раз экзотических, которые у нас не встречаются. У нас, в принципе, на слуху у всех одно заболевание – малярия. Да? Мы все, хоть и, может, не встречались с ним, но достаточно слышаны, оно очень распространенное, о нем все знают и так далее. Это как раз заболевание, где переносчиком возбудителя является комар. Но таких заболеваний очень много. Они, мы не будем, наверное, сейчас говорить о них, да, они с достаточно сложными названиями и так далее, но что же делать? Во-первых, нужно сказать, что если это организованный отдых, организованный туризм, то, как правило, вот вся эта территория отелей, там, зон парковых, да, развлечений, она определенным образом подготавливается, обрабатывается и так далее, и так далее. Поэтому случаи, когда вот действительно у нас наблюдаются заболевания, когда человек пребывал на территории отеля какого-то, они, ну, крайне редкие. Они, конечно же, есть, нельзя не говорить, что их совсем нет, но это очень редко бывает. Если говорить о какой-то специальной подготовке, опять же, если это организованный туризм, да, то здесь специальной подготовки не требуется никакой. А вот если это, ну, скажем так, в той или иной степени самостоятельная поездка в африканский регион,
то здесь да, если говорить о малярии, то здесь требуется специальная подготовка, неспецифическая химиопрофилактика, то есть в течение определенного времени пьются препараты, которые обладают вот, как раз инактивирующим действием на возбудителя малярии. Кроме того, человек продолжает их пить все время пребывания в очаге этого заболевания и определенное время после возвращения оттуда. То есть вот. Для этого, опять-таки, нужно перед этим обратиться к врачу. Ну, разумеется, конечно. Вот это вот такая профилактика именно этого заболевания. Вот. Все остальные вот такой специфической профилактики, они, к большому сожалению, не имеют. Но все-таки они не так широко распространены, как это заболевание. Ну и будем надеяться, что нашему телезрителю, да, то есть не придется столкнуться с этим. Но в любом случае, если будут проблемы со здоровьем, конечно, нужно обращаться за медицинской помощью. Нам пора прерваться на небольшую рекламную паузу. Вам, дорогие телезрители, у вас еще есть возможность дозвониться, написать. И не переключайтесь.